зафиксировано складирование мусора на землях муниципальной собственности. Данное нарушение совершили собственники торгового центра «Сигма». Соответственно, будем вызывать собственника для отдачи объяснений, составления протокола. А последующий материал будет направлен на административную комиссию. Комиссия будет выносить решение о применении мер административного действия либо в виде штрафа, либо, соответственно, если они все это устранят непосредственно, допустим, даже сегодня, возможно, уйдут на предупреждение.